Samsung показала рабочий прототип смартфона с экраном-гармошкой. Motional и Hyundai представили автономное роботакси. Двуногого робота с вентиляторами научили летать. NASA примет участие в испытаниях электроаэротакси Joby Aviation. Эти и другие темы прямо сейчас. С вами, как всегда, Андрей. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать. Samsung показала работающий прототип устройства с S-образным дисплеем, способным сгибаться как внутрь, так и наружу, на мероприятии IMID 2021. Нечто подобное в перспективе может выйти на рынок. Гаджет состоит из трех частей на двух шарнирах. К сожалению, на демонстрационном видео не показано, как работает складной механизм в динамике. Разработчик пока сконцентрировался на том, какие возможности способен дать гибкий 7,2-дюймовый OLED-дисплей, который способен сгибаться в обе стороны. Линии сгиба делят экран на три участка, что может быть удобно для работы с несколькими приложениями одновременно. О технических характеристиках безымянного прототипа не говорится ничего, на текущем этапе их значение второстепенно. Видно лишь, что слева от дисплея размещена пара камер, на верхнем торце есть физические кнопки, а на нижнем размещен разъем для подключения кабеля. Американский стартап Motional и корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group официально представили полностью автономный электрокроссовер, созданный на основе серийной модели Hyundai Ioniq 5. Электромобиль будет использоваться в коммерческой службе такси, которую партнеры запустят совместно с американским такси-сервисом Lyft уже в 2023 году. Отличить роботакси от серийной модели Hyundai Ioniq 5 весьма просто, благодаря радарам и сенсорам по всему периметру корпуса, а также высокотехнологичному верхнему багажнику с дополнительными камерами и датчиками. Общее количество разнообразных сенсоров превышает 30 штук. В сумме они дают 360-градусный обзор дорожной ситуации на дистанции, достаточной для безопасного беспилотного передвижения. Роботакси получит автопилот 4 уровня, который сможет обеспечить передвижение без участия водителя практически в любых дорожных условиях. Тем не менее, разработчики предусмотрели режим удаленного управления Remote Vehicle Assistance, при котором оператор сможет взять управление Hyundai Ioniq 5 и провести его по сложному маршруту, например, во время дорожных работ, стихийных бедствий и мест аварий. Китайские инженеры создали двуногого робота, способного летать. У него есть 4 вентилятора, в том числе 2 в стопах, с помощью которых он взлетает и стабилизирует себя в полете. Пока робот находится в стадии прототипа, поэтому авторы продемонстрировали лишь несколько коротких вертикальных взлетов. Но в 2022 году они планируют рассказать новые подробности. Шагающие роботы считаются наиболее перспективной конструкцией для применения в условиях со сложным рельефом. Они могут адаптироваться к резким изменениям высоты и внешним воздействием, но даже шагающим роботам не под силу некоторые препятствия, в частности, слишком большие преграды высот, сравнимые или большие, чем их собственный размер. У представленного робота есть 10 степеней свободы, но они используются только во время ходьбы, потому что авторы решили упростить модель и полностью фиксировать ноги во время полета. В противном случае векторы тяги были бы не параллельны, что сильно усложняет моделирование и маневрирование в полете, особенно учитывая низкую тяговооруженность. Немецкая компания BMW представила концепт двухколесного электрического средства передвижения, который представляет собой нечто среднее между скутером и мотоциклом. Модель BMW Motorrad Concept CE02 позиционируется как компактное средство передвижения для экологичного использования на улицах больших городов. Целевая аудитория – молодые люди с любовью к технологиям, которые ранее не пользовались мотоциклами, но открыты к новому опыту. Модель отличается футуристичным дизайном, что типично для данной линейки. Линейки двухколесных концептов. Вес модели составляет порядка 120 килограммов. При этом она комплектуется электродвигателем мощностью всего 11 киловатт. Это 15 лошадиных сил. Такая мощность позволяет управлять скутером при наличии начальных прав А1 и разгоняться до 90 километров в час. Запас хода от батареи неназванной мощности составляет 90 километров, чего более чем достаточно для поездок по городу. Электроскутер оснащается всем необходимым для езды по дорогам общего пользования, включая фару, задние огни и поворотники на основе LED, а также цветной экран с необходимой для водителя информацией. Создатели модели также разработали специальные мотокуртки, которые отличаются прозрачным дизайном и защитными свойствами.
Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент с отклонением от курса космолета Spaceship Two компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который произошел во время суборбитального полета 11 июля. Во время снижения пилоты корабля видели предупреждение об отклонении от курса, что грозило аварийной посадкой за пределами космодрома компании. Однако в итоге они сумели посадить космолет в штатном режиме. В заявлении Virgin Galactic по данному вопросу сказано, что экипаж космолета никогда не подвергался какой-либо опасности, а изменение траектории было вызвано сильным ветром. Down Aerospace успешно провела 5 испытательных полетов беспилотного суборбитального космоплана МК-2 «Аурора». В течение 3 дней подряд прототип, оснащенный суррогатными реактивными двигателями, поднимался в небо над Новой Зеландией на высоту свыше 1000 метров. В ходе испытаний инженеры голландско-новозеландской компании смогли оценить работоспособность фюзеляжа и авионики. МК-2 «Аврора» разработан для горизонтального взлета и посадки на обычной взлетно-посадочной полосе. Пока на прототипе установлены временные реактивные двигатели, которые затем заменят на жидкотопливные, ракетные, на пероксиде водорода и керосине. С их помощью аппарат сможет развивать сверхзвуковые скорости и подниматься на высоту 100 км до границы космоса. Предполагаемая грузоподъемность 250 кг. Помимо проведения испытаний технологии, МК-2 будет использоваться для сбора метеорологических данных, для прогноза погоды и моделирования климата, а также для других научных целей. НАСА и американская компания Joby Aviation, занимающаяся разработкой электроаэротакси, приступили к проведению совместных испытаний летательного аппарата. Тестовые полеты являются частью компании НАСА по наблюдению за аэротакси и определению их безопасности для пассажиров. Компания Joby была основана в 2009 году и стала первой среди разработчиков аэротакси, принявшей участие в программе НАСА Advanced Air Mobility. Тестовые полеты летательного аппарата начались на этой неделе на аэродроме компании в калифорнийском районе Биг Сур и продлятся до 10 сентября. Стоит отметить, что в рамках испытаний НАСА не является пассивным наблюдателем. Вместо этого специалисты агентства собирают подробные данные об эксплуатационных и акустических характеристиках, которые будут полезны при моделировании будущих концепций воздушного транспорта. Другими словами, специалисты намерены внимательно изучить показатели летательного аппарата и сравнить их с аналогичными параметрами вертолетов и других традиционных летающих машин. Одно из преимуществ электрических летательных аппаратов в том, что они значительно меньше шумны по сравнению с вертолетами, а значит хорошо подходят для полетов над густонаселенными районами. Также известно, что НАСА будет консультировать Федеральное управление гражданской авиации, которое в настоящее время занимается разработкой правил для регулирования рынка аэротакси. Joby и другие разработчики небольших электрических летательных аппаратов рассчитывают получить необходимые разрешения, которые позволят приступить к коммерческим перевозкам клиентов. Однако этот процесс может занять много времени. Некоторые эксперты считают, что Joby потребуется не менее 5 лет на получение необходимых разрешений. Хотя представители компании заявляли о намерении приступить к коммерческой эксплуатации аэротакси в 2024 году. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите колокольчик. На все наши полезные каналы и другие ресурсы вы найдете ссылки в описании. Не забывайте оставлять комментарии внизу и делиться этим видео с друзьями. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Андрей. Всем отличного осеннего настроения, друзья. Не переключайтесь. До скорых встреч.